В эфире программа «День города». В студии Наталья Новикова. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Наличие автомобильной сигнализации – не повод спать спокойно. Взломщики обчищают автомобили горожан с помощью код-граберов. Волшебные существа, магии и увлекательные приключения. Как Гарри Поттер поможет школьникам полюбить литературу. Праздник к нам приходит. Росстат подсчитал, во сколько обойдется стоимость новогоднего стола. В Рязани появился новый вид автомобильных краж. Посетители оставляют машины на парковках у торговых центров и отправляются за покупками. А в это время их автомобили взламывают и похищают вещи. При этом следов взлома как таковых нет. Воры обчищают автомобили горожан с помощью код-граберов, специальных сканеров, считывающих код автомобильной сигнализации. Моду в воровском ремесле подхватили и рязанские воры. Свежие тенденции касаются взлома машин. Популярный последние несколько сезонов автограбер – цифровое устройство, которое незаметно выключает сигнализацию и открывает авто. Часто. Ну вот, допустим, зимой чаще с автозапуском. Автозапуск, я могу сказать, что он немножко снижает, грубо говоря, охранные функции. В Рязани уже есть случаи, когда припаркованный автомобиль обчищают без следов взлома. Этот молодой человек оставил свою машину на парковке популярного торгового центра. Когда вернулся, не обнаружил оставленную на заднем сиденье сумку с продуктами. Вот открываем заднюю дверь, смотрим, она коврик чистый. То есть лежал пакет, пакета нет. А работает сигнализация по-прежнему, все в порядке? Да, все в порядке. Какие предположения? Предположение, что кто-то переловил сигнал наш. Вот. То есть надо бдительным быть. Если такие дела в Рязани начались. Может, они и были, но мы не сталкивались до этого с этим. Часто мы видим водителей машин, которые все бегут в магазин, часто даже не оборачиваясь на неправильный светозвуковой сигнал. Дело в том, что подобное поведение авто характеризует работу автоворов. Вы паркуетесь, рядом почти никого нет, выходите, закрываете двери и нажимаете кнопку блокировки на пульте сигнализации. А нет, авто не реагирует непривычным пиком, ни блыманием световых приборов. Технологий очень много. Соответственно, то есть вы, когда подходите к машине, хотите ее, грубо говоря, открыть, вы посылаете на нее радиоволновый сигнал определенной частоты с определенным несущим кодом. Вот. Сигнализация обрабатывает, понимает, что это именно сигнал с вашего брелка, с вашего ключа, грубо говоря, открывает и дает доступ к автомобилю. Соответственно, и антиграбер в каком-то определенном рядом сидит машина, то есть стоит машина с затонированными окнами, люди сидят и считывают ваш код. В дальнейшем, когда вы приехали, поставили машину, вот, они подъезжают, дублируют этот код с помощью этой установки, соответственно, и садятся в вашу машину, вот доступ. Когда только автомобильные сигнализации начали свой путь на рынок, тут же появились и граберы. Сегодня эти устройства достаточно просты в изготовлении. И более того, их авторы предлагают криминальным элементам обычные в нашем быту прошивки, периодические обновления. К сожалению, не секрет, что дети стали меньше читать и все реже берут в руки книги, предпочитая проводить время в компьютерных играх и приложениях. Возможно, школьная программа действительно слишком сложна, а потому и не прививает большинству любовь к книгам. Чтобы помочь школьникам полюбить чтение, правительство предлагает внести в программу современных авторов, среди которых Джоан Роулинг и Джон Толкин. Пыльные страницы огромных томов. Они хранят секреты и переживания героев разных столетий, позволяя читателю перенестись на передовую войны, в центр любовного треугольника или детективной истории. Активно читать мы должны начать еще в школе. Однако произведения классиков в 10-11-летнем возрасте даются нелегко. Это были ужасно скучные, неинтересные произведения. Я тоже считала, что литература мне никак не пригодится. И поэтому я и не занималась. Читать зачем-то что-то, это очень глупо. И приходила, слушала и уходила. А сейчас у меня абсолютно другое мнение. Полюбить предмет непросто. Для этого необходимо найти ту самую единственную книгу, после которой остановиться уже не сможешь. Однако искать современные дети не любят. Конкуренцию бумаги составляют гаджеты и приложения. Чтобы ускорить процесс и как можно быстрее активировать любовь к книгам, депутаты предлагают ввести в школьную программу «История о Гарри Поттере». Книги о юном волшебнике уже целое десятилетие входят в топ-10 самых читаемых историй планеты. Они переведены на 67 языков мира. Гарри Поттер для человека, который не читал, он легкий, и даже если глубокого смысла не увидит, то развлечется хотя бы. Нравственные категории их никто не отменял. Благородство, честь, добро, зло, они есть и во «Властелине колец», и в «Гарри Поттере». Они есть. Другое дело, что они, может быть, решаются, волшебным способом, что им нравится. В силу возраста.
Вот они, Гарри Поттер, 10-й уже, наверное, они выросли из него, из Гарри Поттера. Там маленькие читают с удовольствием. Пусть читают. Хоть с чего-то тоже нужно начинать. Большое число экранизаций и близость к компьютерным играм порождает интерес к подобным историям. Однако многие считают, что поддержать это чувство походом в библиотеку или книжный магазин должны родители. А задача учителей – научить читать ту литературу, которая не просто развлекает, а помогает сформировать человека как личность. Это Гарри Поттера ты можешь читать дома, а если бы вот классику никто бы дома не стал читать, если бы не школа, я думаю, ни Толстого, ни Пушкина, ни Лермонтова никто бы не читал. Помочь понять сложные конструкции и уловить дух другой эпохи. Такую видят роль учителя литературы сами подростки. Конечно, какие-то произведения им нравятся больше, какие-то меньше. Старшеклассники традиционно любят обыкновенную историю Ивана Гончарова, «Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Для младших классов не устаревает фантастическая «Синяя птица» Морриса Миттерлинка и «Том Сойер» Марка Твена. Эти произведения читают 95% учеников. Однако путь у каждого свой, и какая именно книжка перевернет всю жизнь, сказать невозможно. Самой первой моей книгой это было полное собрание сочинения Конан Дойля. Я прочитала Шерлока Холмса. А потом я уже стала читать по большей части зарубежную современную литературу. Начала я с «Капитанской дочки». Ну, «Капитанскую дочку» прочитала, Пушкина и все. И как бы, в принципе, после этого я начала, ну, достаточно много читать. Именно поэтому школьная программа так разнообразна. Она помогает ученикам нарастить мышцы, создать фундамент и закрепить нравственные категории, которые нужны для понимания современных произведений. Новая современная литература – это литература постмодернизма. Это все равно идет синтез старой и соединение двух более идей, взятых из классической литературы, в единое целое современности. Зачастую это просто детям непонятно. Там же идут аллюзии, намеки на уже прочитанное. А они этого не читали, поэтому непонятно. Чтение современных авторов необходимо, однако на уроках подросток должен узнать все жемчужины мировой литературы и познакомиться с великими авторами, в свое время изменившими мир. Это позволит открыть для себя всю многогранность жизни и стать по-настоящему образованным человеком. Елки, гирлянды и новогодние игрушки, ну и, конечно, праздничный стол. Так уж исторически сложилось, что новогодние праздники у нас сопровождаются немалым количеством еды. Росстат, между тем, подсчитал, во сколько обойдется стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек, оказалось в 5585 рублей. При этом дороже всего новогодний стол накрыть на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Магаданской области и в Москве, а дешевле всего Новый год встретить в Татарстане, Мордовии или в Калмыкии. Ну а наша съемочная группа решила опытным путем проверить, насколько богатым окажется новогодний стол в нашем городе, если верить данным Федеральной службы государственной статистики. Самый узнаваемый народный праздник – Новый год. В домах россиян царит атмосфера предвкушения, на экранах телевизоров знаменитые советские и российские фильмы. И, конечно, праздничный стол, если люди встречают праздник дома. Так сложилось, что новогодний стол россияне накрывают от всей души. Приготовленных блюд хватает как минимум и на следующий день. Выяснилось, что рязанцы уже начали покупать продукты для праздничного ужина. И многое еще им предстоит сделать. Это что же, все перечислить, что ли? Много, конечно. Покупаем фрукты, ну что, шампанское, ну, мясное, утку взяла, но рыбу пока еще не брала. Мясо, картошку, свеклу, морковь, все подряд. Алкоголь, фрукты. Алкоголь чуть-чуть, фрукты, мандарины. Шампанское, сервелатику, гуся, самое главное новогоднее, ну и немножко спиртного. Традиционно оливье, селедочка под шубой. Традиционные новогодние блюда – утка с яблоками, гусь, запеченное мясо, рыба. И, конечно, несколько вариантов закуски, ведь праздничная ночь весьма длинная. Узнав мнение рязанцев, наша съемочная группа решила собрать ту новогоднюю корзину, которую предлагает Росстат. В интернете появился перечень продуктов, которые могут оказаться на праздничном столе. И сейчас мы наглядно покажем их вам. Что входит в корзину новогоднего праздничного стола? Для начала мы возьмем колбасную нарезку и мясную нарезку. Возьмем еще рыбных деликатесов, так называемых морских гадов, ну вот парочку. Ну и, конечно, рыбная нарезка. Возьму вот такую. Берем небольшую баночку красной икры. Еще мы возьмем уже нарезанную говядину. Вот здесь я ее выбрала, она неплохо выглядит. Мы решили взять еще целую тяжелую курицу, тоже хорошая. Так, теперь выбираем конфеты,
Давайте возьмем вот такие вот золотые. Мы решили взять готовые салаты, селедку под шубой и оливье, чтобы не тратить время на их приготовление. Вы знаете, в эту же корзину входят апельсины. По данным Росстата, почему-то россияне должны набрать на Новый год апельсинов, а не мандаринов. Ну, мы наберем, сейчас взвесим, возьмем с собой. К новогоднему столу мы, конечно же, возьмем еще и рыбных консервов. Вот в такой баночке. Чтобы усилить новогоднее веселье, конечно, возьмем алкоголь. Вот так, по данным Росстата, должна выглядеть новогодняя корзина на семью из 4 человек. Исходя из той же статистики, люди могут потратить на эти угощения в районе 6000 рублей. Не густо и не пусто, но статистика есть статистика. Стоит помнить, что в этом наборе продуктов есть все необходимое для того, чтобы приятно поужинать. Так что, потратив 5500 рублей, можно отпраздновать Новый год. А внеся некоторые творческие изменения в список продуктов, стол можно организовать и намного вкуснее, не потратив на это значительно больше денег. И еще один момент. Психологи советуют приходить в гипермаркет уже с готовым списком продуктов и не на голодный желудок. Тогда соблазна купить ненужное дорогое угощение будет намного меньше. Хороших вам праздников и приятных, полезных покупок. 19 декабря в славянских странах отмечают День Николая Чудотворца. В этот день все послушные малыши получают подарки, которые святой оставляет под подушкой или в башмаках. Можно сказать, что именно с этого дня начинается череда рождественских и новогодних праздников, которые заканчиваются ровно через месяц праздником Крещения. Святой Николай родился в 270 году новой эры в городе Мирра на территории современной Турции в семье богатых, благочестивых родителей Феофана и Ноны. Еще подростком изучал священное писание, а затем был возведен в сан священника. Во время преследований христиан Николай попал в тюрьму, откуда освободился по воцарению императора Константина. Дожил он до глубокой старости и скончался в 343 году, оставив после себя множество легенд и преданий, которые передавались из уст в уста. В христианском мире вряд ли можно найти столь же почитаемого святого, как Николай Чудотворец. Своими чудесами он прославился при жизни и после смерти. Ныне его почитают как покровители детей, мореплавателей и всех путешественников. К нему с верой и молитвой прибегают, прося о помощи в нужде и бедности, об исцелении от болезней, в горе и унынии. Сложно перечислить все его добрые дела. Когда Николай Чудотворец совершал паломничество в Иерусалим, он при помощи молитвы успокоил разбушевавшееся море. Николай помогал влюбленным, подбрасывал нищим мешочки с золотом, приносил больным лекарства, а детям дарил игрушки. Творя добрые дела, он чувствовал себя счастливым. Это святитель, который помогает в самых тяжелых ситуациях. Даже люди, которые в храм никогда не ходили, если у них в семье какая-то беда, или у знакомых, или у родных, они, придя в храм, начинают горячо молиться святителю Николаю. Святитель Николай не оставляет их без своего попечительства. Во многих городах, во множестве сел построены храмы и освящены престолы в его честь. В мире немало памятников святому, один из которых в Солотче под Рязанью. Памятник Николаю Чудотворцу в поселке Солотче под Рязанью возле храма Казанской Божией Матери появился как ответ на демонтаж точно такого же памятника в турецком городе Мир-Иликийский, где святой Николай жил и был похоронен. Позднее его мощи перевезли в итальянский город Бари, а памятник демонтировали, и на его месте появился Санта-Клаус. Мартынов Михаил Викторович, он прихожанин нашего храма. Вот. И вот он поставил этот памятник, потому что он был в Турции. И, значит, там, на месте памятника, где стоял святитель Николай, поставили, он был демонтирован, и поставлен был Санта-Клаус. Вот. А я, говорит, хочу здесь, вот, здесь построить памятник святителю Николаю. У него здесь, он живет, у него здесь дача. По легенде, именно Николай Чудотворец заложил традицию дарить подарки на Рождество. В городе Мирра, где он был епископом, каждый год в ночь на Рождество самые бедные и несчастные люди находили возле своих домов золотые монеты, детские игрушки и другие подарки. Для всех оставалось загадкой, кто же благодетель. Со временем
временем жители создали образ пожилого высокого мужчины в красном костюме с белой отделкой, который в санях, запряженных оленями, спускается с гор и помогает всем нуждающимся. Когда случайно открылось имя настоящего благодетеля, его стали звать Святым Николаем или Санта-Клаусом. В некоторых странах Святой Николай традиционно кладет подарки в детские сапожки у двери или в носочки, вывешенные у камина. А православные дети, просыпаясь утром, в основном находят подарки под подушками и знают, что это оставил добрый Дедушка Мороз, чьим прототипом стал никто иной, как Николай Чудотворец. На этом все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами. До завтра и хорошего продолжения дня.